По всей советской стране проходят массовые митинги солидарности с героическим Вьетнамом. Мы верим, что правое дело Вьетнама восторжествует, заявили работники Подольского механического завода. Все прогрессивное человечество возмущено американской агрессией во Вьетнаме. Только народ Вьетнама может решать, какие порядки установить в своей стране. Это его неотъемлемое право. Советник посольства Демократической Республики Вьетнам Ле Чанг передал боевой привет своего народа. Руки прочь от Вьетнама требуют все советские люди.